Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». З вами я, і ведучий Дмитро Василець, і сьогодні в нас гостяк, доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаю вас. Здравствуйте. Та політолог Євгеній Філіндаш. Вітаю. Добрий день. Сьогодні ми будемо дивитися документальний фільм Аркадія Мамонтова «Одеса. Три роки». І цей фільм, звісно, про трагедію в Одесі 2 травня. І для того, щоб менше говорити, давайте просто подивимося перший фрагмент цього фільму. 2 мая 2014 года в Одесі була устроєна масштабна провокація. Нацисти убивали і жгли людей тільки за те, що вони думають іначе. Це кровавое пятно на украинской власти, которую она пытается активно зачистить. Расследование одесской трагедии продвигается очень туго. Украинские власти не заинтересованы в поисках истины. И следствие, и прокуратура накопили сотни томов по делу о событиях 2 мая. Но до сих пор не названы имена тех, кто именно отдавал приказ о передислокации отрядов нацистских боевиков из западных регионов страны в Одессу за 2 недели до праздника. Ну що ж, ми об'єктивно подивилися початок цього фільму. Це у нас буде перший етап розбору цього фільму і другий етап, тобто 2 частини. І ми бачимо об'єктивно, що наразі в Україні ніхто не зацікавлений, щоб цю справу розслідувати. І навіть якщо ми бачимо вже рік президентський термін Зеленського вже йде, і фактично ми не бачимо жодних кроків щодо вирішення от саме цієї кримінальної справи, щоб притягнути до відповідальності саме тих, хто приймав участь у цих поремних подіях. І от з вашої точки зору, от ми бачимо зараз російський документальний фільм про ці події. Ми чомусь не бачили української версії цього фільму. І от як ви можете прокоментувати, що саме в Росії знімає документальний фільм про події 2 травня? Давайте начнем с того, почему мы не видим приговоров, почему мы не видим истинных виновников. Давайте рассмотрим конфигурацию, которая сложилась до этих событий и после этих событий. Кто из этих событий в Одессе выиграл больше всего? А выиграл незабвенный Игорь Валерьевич Коломойский, который после этих событий смог поставить своего человека на должность губернатора Одесской области и взять под контроль этот регион, это Южные ворота, это таможня, это порт, ну это, в общем, огромные ресурсы, которые попали в руки Коломойского. То есть он выиграл от этого максимум, и руководствуясь простой логикой, кому выгодно, мы можем предположить, что и организовал это Игорь Валерьевич Коломойский. Тем более, что он как раз к организации вооруженных формирований, в том числе националистического толка, имел самое непосредственное отношение как раз вот в тот период, в апреле, в мае 2014 года. И вот Зеленский, связь с Коломойским, по-моему, очевидна. Почему не проводится расследование сейчас при Зеленском, по-моему, тоже становится понятно. Почему снимают другие, а не снимает Украина? Ну, потому что в Украине фашистский режим, который это все организовал, тогда извращал обязанности президента Турчинов. На этой же волне полномочия президента получил Порошенко, но и потом вот людей обманули и заставили обманом проголосовать за Зеленского, но он тот же самый продолжатель той же самой линии. Они не хотят проводить расследование, которое непременно выведет в хвост и на след этих самых товарищей. Придется садить на скамью подсудимых того же Турчинова, того же Коломойского, ну и товарищей пониже. Поэтому, мне кажется, тут как раз все очень логично, почему Украина этот момент игнорирует. Мы видим суды по Одессе, по 2 мая, мы видели на судах, когда человека оправдывали. Ну, причем оправдывали человека, которого сжигали. Его вина заключалась в том, что он не сгорел, его оправдывали, но тут же СБУ предъявляло новые обвинения, и тут же в зале суда его снова задерживали, несмотря на то, что он до этого несколько лет уже в тюрьме просидел без суда, по сути. В общем, бандитский, фашистский режим зачищает свои, вот тут уже сказали, зачищают пятна, вот зачищают эти пятна.
Зрозуміло, от пане Євген, а якщо от подивитися на те, що в нас все, що знімають в Росії про Україну, це вже там тоталітарна пропаганда, все неправда, все розп'ятий мальчик і все таке інше. Тобто, от з вашої точки зору, от саме формулювання, які викладені у цьому фільму, де тут неправда, де пропаганда, де маніпуляція, тобто якщо подивитися чисто з от теоретичної точки зору, от чому в нас от такі фільми, ну, явно заборонено до перегляду на наших телеканалах? Я хочу сказати, що у нас не тільки російські фільми запрещені і не показують на телеканалах і стараються замовчати більшість СМІ, а у нас любые фільми, любые розслідування, в тому числі і западні, які вже теж виходили, в тому числі режисерів там з мировим іменем, Олівер Стоун, наприклад, да, «Україна в огні» і ряд других розслідувань документальних фільмів, їх стараються в Україні робити вид, що їх просто нет, або говорять о том, що це, опять-таки, русская пропаганда везде. Mm-hmm. Даже если это американский фильм, итальянский, еще какой-нибудь, все русская пропаганда, везде агенты Кремля. Поэтому тут вполне очевидно, почему, потому что тогда обрушится, если вот подобные расследования, подобные фильмы, подобные статьи будут в массовом доступе, их сможет посмотреть вся Украина или почитать, то обрушится весь этот миф Евромайданный, который нам впаривали и впаривают все эти 6 уже лет. И тогда обнаружится, кто на самом деле убивал людей, за что убивали людей, и будет понятна роль тогдашней правящей верхушки, которая частично и сейчас остается правящей верхушкой. А якщо подивитись на те, що от є розслідування, є якісь дії в цьому розслідуванні, але ми не бачимо результатів цього розслідування. Тобто влада змінилася, генпрокурори вже помінялися, а все одно жодного результату немає. Невже? Да навіть при Зеленському ми не побачимо все ж таки у цьому напрямку якихось зрушень. Адже ми розуміємо, що саме от трагедія 2 травня в Одесі стала певним таким рубіконом. Я пам'ятаю цей день, і от я після цих подій вже зрозумів, що події будуть розвиватися дуже по кривавому сценарію. І тоді на Донбасі вони бачили ці події, і я впевнений, що саме після цих подій там у багатьох дуже місцевих людей вже сформувалася картинка, що отак в них не буде. І саме після цього вже почалися всі оці процеси, які призвели до громадянського конфлікту. Совершенно верно. Те, кто устраивал бойню 2 мая, они надеялись этим запугать людей, запугать весь условно антимайдан, да, то есть те, кто выступал против Евромайдана власти. Частично они этого добились, но только частично, потому что действительно на Донбассе это вызвало реакцию вот такую, которую вызвало, и многие люди не только на Донбассе, я о таких людях читал и их мнение слышал, видел о том, что действительно это стало для них таким последним толчком. Многие прямо из той же Одессы, из Харькова, из других регионов начали ехать на Донбасс для того, чтобы там, так сказать, оказывать ну, вооруженное сопротивление, чтобы с ними не поступали так, как вот поступили тогда 2 мая. То есть это подтолкнуло развязывание гражданской войны в стране, и это кого-то запугало, а кого-то вызвало обратную реакцию, что если вы так поступаете, да, убиваете, то будьте готовы, что вас будут убивать в ответ. То есть эскалация вот этого насилия и террора, она может приводить только к тому, что будет насилие и в ответ следовать. И может быть это, кстати, было одной из целей, частично, да, потому что спровоцировать окончательно Донбасс на уже такое полномасштабное противостояние, потому что тогдашняя Евромайданная власть, я думаю, понимала, что они вряд ли смогут Донбасс поставить под свой контроль полностью, да, а электорально, как и Крым, так и Донбасс, для них это очень невыгодные регионы, мягко говоря, потому что, ну, они никогда не голосовали за Порошенко, там, Парубьев, Турчиновых и все прочее. Они mm-hmm. это понимали. А отрезав Крым и Донбасс,
они получали возможность четко иметь большинство. Але якщо подивитись на кримінальний кодекс, фактично, якщо от йти цією логікою, це державна зрада тих людей, які тоді знаходилися при владі. Конечно. І очевидно, їх дії, вони підпадають чітко під ці статті. Там багато статей. Тероризм, тому що це натуральний тероризм, да, це запугивання, там масове вбивство. Разжигание ненависти, государственная измена. То есть там целый букет статей, по которым вся эта шваль, по-другому их не назову, должна была сидеть. Я надеюсь, что рано или поздно к этому придет. Зрозуміло. І от ще питання по цьому от фрагменту фільму. Якщо ми подивимось на от поняття держави, там є такий пункт – невідворотність покарання. Якщо немає невідворотності покарання, тоді вся система сипеться. Тоді хтось в Україні отримує невідворотність покарання, а хтось не отримує. І ми фактично от в цих моментах бачимо втрату держави. І от не вважаєте ви, що тоді, коли сталася ця трагедія, по суті, ініційована фактично з високих провладних кабінетів, це породило саме це явище, що невідворотність покарання є для певної категорії, а для когось немає. Комусь можна вбивати і спалювати людей, а комусь не можна. Ну, тобто, фактично, це підірвало основи держави саме тоді. Как вы прокомментируете вот такую логику? Основы государственности были подорваны раньше. Они были подорваны в феврале 2014 года, когда был совершен непосредственно государственный переворот, когда были приняты законы об амнистии тех, кто совершал преступления еще тогда, зимой 2014 года. Я напомню, что в том числе и поджоги, и сожжение людей было. В частности, сожгли в Хмельницком управлении службы безопасности Украины вместе с некоторыми сотрудниками. Сожгли в Киеве офис партии регионов. Там задохнулся человек, которого потом причислили к лику святых, к лику героев Небесной Сотни. То есть преступления совершались. За эти преступления до сих пор никто не ответил. По сути, сожжение в Одессе – это массовое, но это массовое убийство, но это одно из убийств, которые совершались вот этими вот товарищами, которые нам совершенно не товарищи, на протяжении января, февраля, марта, апреля. Это одна и та самая банда. Это одна и та же банда, да. То есть мы можем назвать поименно, мы можем вспомнить Турчинова, мы можем вспомнить Авакова, который до сих пор у власти, мы можем вспомнить Коломойского, мы можем вспомнить Яценюка, там, Порошенко. Эти люди до сих пор либо у власти, либо, ну, как минимум, они точно не там, где они должны находиться. Мое твердое убеждение, они должны находиться на урановых рудниках и отрабатывать ущерб народу Украины. Понятное дело, что не отработают, потому что ущерб просто невероятен. Если в деньгах посчитать ущерб, который вот от государственного переворота Украина поимела, то это уже далеко-далеко за триллион долларов. Но все равно они не должны находиться на свободе, они не должны находиться в хороших условиях в тюрьме. Нам рассказывают там про европейские тюрьмы. Этим товарищам никаких европейских тюрем, средневековые условия. Они вообще не должны, и тем более они не должны находиться у власти. А мы видим у власти того же Авакова, и мы видим широкое представительство Коломойского того же у власти. Вот недавно министр себе нового поимел. Зрозуміло. Давайте подивимося еще один фрагмент цього фильма. Мы собрали свидетельства людей, которые были участниками событий в Одессе. Впервые бывший заместитель начальника одесской милиции Дмитрий Фучиджи рассказывает о подоплеке этого преступления. Власть, ну, она организовывала это явление. И она себя не может привлекать к ответственности. Она пытается вот за три года сделать все, как можно, будем говорить, сокрыть все факты, которые вот, свидетельствуют о том, кто совершал эти преступления. Она все пытается спрятать. Это разработанный сценарий Майдана по Одессе. Первая сакральная жертва появилась на Дерибасовской Преображенской. Там между куликовцами и майдановцами контакта не было. Первый труп появился со стороны лиц, которых привезли с Киева, на Дерибасовской. Они готовили по акции, как по Майдану. Вот, готовили жертву. Они ее, скорая, дежурный говорит, там раненый тяжело, скорая подъехала, они его не отдают. Вот они ждали, пока он дойдет. И вокруг него ходили ритуально. Готовили его, это первая жертва появилась. Потом вторая появилась, там же на Преображенской, это оказался МЧСовец. Кто стрелял? Я думаю, что стреляли лица с гостиницы «Пассаж».
люди заранее засели в гостинице «Пассаж», и стрельба производилась в гостинице «Пассаж». Пане Євгене, якщо провести аналогію з Майданом, у нас там була гостиниця «Україна», зараз тут гостиниця «Пасаж». Тобто, якщо от, все ж таки порівнювати події, які відбувалися на Майдані і відбувалися в Одесі, не вважаєте ви, що є логічним отака паралель, яку приводять у цьому документальному фільмі? Так, да, схема похожа. Схема похожа. Стріляють снайпери, стріляють, як потім оказується, первые люди со стороны Евромайдана, потому что мы теперь уже знаем, благодаря расследованиям разным и тому, что появились в СМИ результаты допросов официальных, даже в нынешней Генпрокуратуре Украины, то есть это никакие не уже, нельзя сказать, что это кремлевские выдумки и все прочее, официальные допросы в Генпрокуратуре Украины, там, двухлетней давности, трехлетней давности, где есть конкретные люди, евромайдановцы, бубенчики и там компании, которые об этом кто-то в интервью вообще с гордостью заявлял, кто-то на запросы в Генпрокуратуре, что они первые начали стрелять по сотрудникам «Беркута» на Майдане, когда те в них не стреляли и никакой угрозы жизни этим вот стрелкам, да, евромайдановским не представляли. Похожая схема действительно была, наверное, использована и в Одессе. То есть наступающей вот этой агрессивной стороной, которая проливала кровь ради того, чтобы захватить инициативу и ради того, чтобы захватить потом власть и подавить несогласных, выступала евромайдановская сторона постоянно. А от як ви можете прокоментувати цей фрагмент фільму, що ми бачимо, що от проводяться такі паралелі, і от ми не бачимо, наприклад, другої сторони у цьому фільмі, саме та, яка зі сторони євромайданівців була. Але все ж таки, якщо от навіть доповнювати от іншою стороною, як ви можете прокоментувати от ці події в Одесі і от аналогію, яку приводять в цьому російському документальному фільмі? Смотрите, если сценарий один раз сработал, он эффективен, почему его не применить второй раз? Его применили второй раз. Если говорить о второй евромайдановской стороне, ну там разные персонажи, очень евромайдановские, Леша Гончаренко и прочие, то они как раз рассказывают о том, что первые жертвы, вот как, ну, один в один по сути, но с другой стороны, что первые жертвы были со стороны вот справжних патриотов, и патриоты потом, когда увидели, что вот эти вот негодяи сепаратисты их убивают, они мобилизовались и загнали этих сепаратистов в здание. И неизвестно, кто это здание поджег. Патриоты пытались их спасать, мы видели, ну, спасали там, стреляя из пистолетов, забивая палками тех, кто выпрыгивает. Но и та, и другая сторона говорит, да, жертвы были вот здесь. И то, что говорит Фучиджи, Фучиджиш у нас один из виновников в Украине, по расследованию считается. Он некоторое время еще находился в Одессе, а потом ну, исчез, когда понял, что, видимо, на него хотят все стрелки перевести и всех собак повесить. И кому, как не руководителю там, милиции еще общественной безопасности, знать, как это происходило. Он же после этих событий еще несколько дней продолжал руководить милицией, пока проходили разборки. И он точно понимал, имел не то, что понимал, он точно знал, имел информацию, от где, как, что. Иллюстрация очень яркая. Лежал, умирал, потому что тяжело раненый боец. Ну, значит, был за заместителем. Он был, да, но, нет, он был заместителем по общественной безопасности. То есть руководитель милиции общественной безопасности. Он не начальник ГУВД, он замначальника ГУВД, который курирует это направление. То есть, поскольку как бы, это было массовое мероприятие, к тому же в областном центре, я уверен, что зам областной милиции к этому имел непосредственное отношение. На него как раз этих собак вешали. Сначала пытались на него навесить нетбали службу, то есть он не организовал безопасность. А потом, вот если посмотреть уже более поздние заявления, в том числе патриотично настроенных спикеров, то Фучиджи выступает чуть ли не организатором. Ну, понятно, лучше всего доказать, что ты не вор, крикнуть на кого-то, вот держи вора. Показали на Фучиджи. Между прочим, Фучиджи кто такой? Ну, кто он такой? Его кто назначал на должность? Он, между прочим, назначал уже Арсен Аваков. Чьи приказы он исполнял? Арсена Авакова. Может быть, в какой-то момент был отдан такой приказ, который человек не смог исполнить в силу того, что у него совесть осталась. Какие-то там крохи совести не позволили ему этот приказ исполнить. Вообще, вот то, что происходило в Одессе 2 мая, это яркое
иллюстрация того, что вот мартовские, февральские даже, апрельские слухи о том, что поезда дружбы патриотично настроенных граждан едут в Крым, едут в Донецк, едут в Луганск. Это на самом деле не слухи, потому что вот до Одессы патриотично настроенные граждане доехали. И последствия, да, и мы с вами видим последствия этих поездов дружбы. А в Крыму тогда люди, в Крыму, в Донбассе, они самоорганизовались и смогли не допустить эти поезда дружбы. Ну, что тогда предприняла власть? Власть предприняла бомбардировки, в том числе бомбардировки. Бомбили и Донецк, бомбили и Луганск, и там города Донецкой области. Крым не бомбили, но это как в анекдоте, там же российские войска. Зрозуміло. І от зараз давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. У организаторов трагедии, по мнению экспертов, были не только политические причины удержать город от инакомыслия. Сейчас, после того, как нацистов уже открыто используют для решения своих экономических интересов олигархи, я имею в виду блокаду, да, Донбасса, и связанные с этим проблемы, в том числе не выделение МВФ очередного транша, то понятное дело, что в Одессе это были первые попытки использовать нацистов для решения экономических вопросов. В Одессе достаточно много интересных промышленных предприятий, объектов, которые приносят деньги, которые находились в руках одних людей, а ими хотели владеть другие люди. И так уж сложилось, что 2 мая сплелись интересы разного круга олигархата местного, местных князьков, которые допустили эту трагедию. В этом участвовали и нынешние официальные власти Украины. Там были интересы и Юлии Тимошенко, и, я думаю, что интересы и Авакова там можно было где-то заметить за, ну, в меньшей степени за объектами, которым охотился, в большей степени за применением технологий нацистов для рейдерского захвата бизнеса. Те тысячи, не побоюсь этого слова, тысячи, если не десятки тысяч людей, привезенных в Одессу и область для того, чтобы блокировать трассы, которые организовали блокпосты с оружием, которых селили в общежитиях. Это технология. Пане Евгене, я думаю, що соціально направлена ідеологія, ліва ідеологія вам близькає, це знаю. І от якщо подивитись на інструменти, якими олігархат себе намагається захистити. І Україна – це, ну, далеко не перша країна, як, там, де олігархат захищається за допомогою так званих націоналістів чи от радикальних націоналістів, фашистів, нацистів. От розкажіть саме про це явище, саме чому олігархат намагається не тільки в Україні використовувати націоналізм у своїх корисних цілях, і чому саме націоналізм, чому не якусь іншу силу там чи ідею? Потому что, по сути, это только две есть по-настоящему сильные идеи, которые могут увлечь большое количество людей, рядовых людей. Это идея левая, то есть социалистическая, ну и там в разновидностях коммунистическая и так далее. И идея национализма, опять-таки, в разных форматах, вплоть до нацизма. Потому что идея так называемой либеральной демократии, да, и свободного рынка, она, ее пробовали в Украине в том числе зажечь массы, но как-то она не зажгла массы, когда все пережили 90-е и последующие. То есть идея, что богатые должны богатеть, а бедные должны беднеть, облеченная в красивую обертку, что рынок все сам расставит на свои места и прочее, она не зажгла, хотя пытались. Массы она не может зажечь, такая идея. Да? Они поэтому поняли, что, ну, нельзя, не получается. И под лозунгами, что давайте сделайте нас еще богаче, вперед за нами, ну, как-то не хотят. А национализм, он может такую роль выполнять, борьбы с левой идеей, потому что ясно, что для олигархов, что отечественных, что транснациональных корпораций, левая идея – это смертельный враг. Социализм – это смертельный враг, да, идея. Поэтому они не могут, естественно, использовать в своих интересах. Локально, где-то в отдельных случаях каких-то могут, но в общем и целом это опасная идея, потому что социализм предусматривает необходимость, в том числе, национализации. Социализм предусматривает, что не может быть олигархов, может быть только там бизнес, но не тот, который захватывает власть
и подминают все под себя и так далее. То есть это, ну, социализм предусматривает, что олигархов не может быть, да, как класса, что называется. Uh-huh. И, значит, нужно найти противника социализма, идея, которая может впарить в мозги многим людям, и которые будут, эта идея, противостоять социализму. Вот национализм и нацизм – это так, одна из таких идей. Потому что она достаточно простая, примитивная, ее легко вбивать в мозги, значит, чужак – все это враг, вот все беды от чужаков, а под чужаков можно назвать там кого угодно в зависимости от ситуации, что и демонстрировалось. И это уже не раз демонстрировалось, в истории показывалось, тот же Гитлер, нацизм, кто приводил Гитлера к власти? Тузы германской тогдашней экономики, крупы всякие и так далее. Uh-huh. И успешно тогда подавили левых, просто физически в Германии уничтожили, загнали в концлагеря там и так далее. Но аналогичные процессы відбуваються и в Украине. Да, и вот в Украине поэтому тоже использовалась идея национализма, идея, ну, такого, я бы сказал, даже не всегда смягченного нацизма, для того, чтобы загнать левую идею и затерроризировать представителей левых и вообще ликвидировать возможность даже появления каких-то сильных левых партий. Декоммунизация же не зря они так настойчиво и масштабно проводили, да? У нас до сих пор за красные флаги, попытки с красным флагом выйти, он... Сроки, ну, в прошлом году, во всяком случае, да, за свастикой нормально, а со свастикой, да, с нормально, прапором все дуже, в порядке. Дуже погано. Да? Вот. Поэтому вот этим объясняется. То есть это инструмент для олигархов, которым плевать на идеи, любые идеи, им интересует только то, что может способствовать сохранению их власти и умножению их прибыли. В этом смысле для них национализм очень удобен, они его используют. А от якщо подивитися от на Україну, ми бачимо зараз, що в нас, по суті, правлять олігархи фактично. Ми бачимо, що рівень життя громадян України зменшується. Ми бачимо, яких експлуатують, урізають в правах. І це відбувається постійно, на протязі багатьох, навіть десятиліть. І при всьому цьому ми бачимо, що зараз фактично націоналісти підтримують негласно олігархів і таким чином, ну от що? От що може народ відвернути від соціальної ідеї в плані того, щоб кожна людина могла отримати і медицинську допомогу, і соціальну допомогу, і робоче місце? Тобто от я не розумію, що у цьому поганого, і як проти всього цього можуть виступати націоналісти, які теоретично за все хороше? От поясніть для мене та для громадян, та для наших телеглядачів. Практично всі націоналістичні групировки знаходяться на содержанні тих чи інших олігархів. Тому рядові там ці учасники цих групировок можуть об этом не знати. И не сильно задумываться, но все руководство этих группировок, ну, прекрасно в курсе, откуда у них деньги на деятельность, на их лагеря, там, на тренировки, на экипировки, на разъезды, на все остальное. Да и на весь бюджет утримают. Конечно, но опять-таки о бюджете кто принимает решение, чтобы им выделяли эти деньги? Те же их хозяева, поэтому там все понятно. Там все понятно, это, ну, группировки эти используются как силовые, просто частные армии тех или иных олигархов. Некоторые из них получают еще и внешнее прикрытие. Ну, такие, как Стерненко, за якого писаются агенты впливу на закордонных краин. Особо даже не скрывается. Ну, по большому счету, вся вот эта властная конструкция, которая после Евромайдана сложилась, она ж никогда бы не появилась, и Евромайдан бы никогда не победил без прямого активного вмешательства Запада и лоббирования. Поэтому и вот этот национализм, и неонацизм, по сути, который местами у нас есть, это в том числе результат прикрытия, лоббирования и поддержки со стороны Запада. Дякую. А як ви прокоментуєте таке явище, що у нас націоналісти фактично негласно підтримують олігархів, і ми це все бачимо по вторичним таким признакам?
Ну, видимо, потому что они являются абсолютно идейными, бескорыстными борцами за денежные знаки. Причем борцы за денежные знаки, они же прикрываются не только националистической идеей. У нас и на левом поле тоже хватало и хватает до сих пор борцов, идейных борцов за денежные знаки, которым абсолютно наплевать, на самом деле, на те идеи, которые они провозглашают. Это Ахивка, это средняя ланка, она у нас и на левом поле, и на правом, праворадикальном. На том же правом поле, вы знаете, вот слушаешь там того же Технибока, Кашулинского, Фарион, вот когда они выступают с социальными идеями, они коммунисты. Ну вот реально они выступают чуть ли не за национализацию предприятий, крупных предприятий, предприятий в сфере энергетики, предприятий там в сфере добычи полезных ископаемых. Они выступают за социальное государство. Но при этом они своими же руками делают все, чтобы это государство было разрушено. То есть говорить, провозглашать лозунги, они провозглашают хорошие, правильные лозунги в том, что касается построения там социального государства. Я сейчас выношу за скобки их культурную, идеологическую составляющую. Там, конечно, мрак просто невероятно. Да, но, видимо, электрошок тоже уже бессилен будет по отношению к некоторым товарищам. Так вот, когда слушаешь их социальную часть, все нормально. И люди, многие ведь не разбираются вот это вот слово, а вот это вот дело. Не разбираются в том, что между словом и делом огромная пропасть. Ведь что говорит тот же там Технибок или Кашулинский, что мы никогда не были при владе, забывая о том, что у них был свой министр сельского хозяйства, у них был свой генеральный прокурор. Где... Министр обороны Тенюк. Где результаты деятельности? Они рассказывают, что нас ведь сунули вид влада. Но, извините, ребятки, вы на протяжении нескольких месяцев руководили этими органами. У вас было достаточно времени для того, чтобы эти процессы закрутить и, может быть, даже что-то из этих процессов выкрутить. Если бы вы хотели сделать что-то, вон, когда Ленин к власти пришел, так ему много времени не надо было, чтобы принять декрет о земле и принять декрет фабрики рабочих. А если мы подивимося на нашу украинскую действительность, то у нас фактично апофеозом цієї правої ультранаціоналістичної ідеології став Петро Порошенко. Це олігарх, який фактично зараз є таким локомотивом, який об'єднує усіх націоналістів довкола себе. І це не заважає деяким персонажам його підтримувати, хоча він сам є мільярдером доларів. Ну, это как раз и есть то, о чем я говорил. Идейный, абсолютно бескорыстный борец за денежные знаки. И он такой не один. Мы можем с вами вспомнить еще более вопиющие примеры. Хотя по интернету, знаете, гуляют ведь фотографии там, того же Порошенко в форме солдата Советской Армии, там, Турчинова, Технибока. Но такой вопиющий пример вот обсуждали как раз с моим визави накануне эфира нашего бывшего, так получилось, что были в соцпартии, нашего бывшего однопартийца. Юрия Витальевича Луценко. Уж на что был борец-то за это самое, за социальную справедливость? Он же рассказывал, что у него, там, как вы говорили, бандеровцы родину украли. Он сам из Ровно, а его обозвали Ривны. Да, вот, как москали называют нашу шаблю? Сабля, повбывал бы. Вот тут то же самое у него было. А потом слава Украине, героям славу мы получили. То есть, просто эта идея не приносит денег, спонсоры за эту идею не дают миллионы, миллиарды. А вот здесь нормально. Коммерсийный подход. Ничего особенного. Абсолютно, ну да, это для него ничего личного. Лично это для тех миллионов людей, которые в Украине живут, которые на самом деле вот родину действительно потеряли, у которых бандеровцы действительно забрали родину. И вопрос не в том, что Ривно или Ровно, а вопрос в том, что Украина в 90-м году, в 91-м году входила в десятку, вот именно Украинская ССР, я не говорю сейчас весь Большой Союз, а Украинская ССР входила в десятку крупнейших промышленных стран мира. ВВП Украинской Советской Социалистической Республики в 90-м году было выше, чем ВВП, ну, вернее, не ВВП, а объем промышленного производства Китайской Народной Республики. У СССР была крупнее Китайской Але Народной Республики. Это бандерівці чи все ж таки олігархи? Тут є дуже багато питань щодо бандерівців. Я так розумію, бандерівці десь за кордоном працюють, а от саме олігархи, вони чомусь нікуди не виїжджають, а саме працюють тут. Ви знаєте, тут дуже странна ситуація. Я ніколи не розумів, зачем розрушати, якщо ти хочеш украсти. Ну, то есть вот тот же Порошенко разрушил Украину, то не могу. До Порошенко ВВП Украины было больше 180 миллиардов. При Порошенко там выползли на 100 и передавали это, сообщали о том, что это
огромная наша победа. Ну, извините, ты со 100 миллиардов украл 5%, украл всего лишь 5 миллиардов долларов. Если ты любишь воровать, сделай так, чтобы украинская экономика была триллион, и укради там 2%. Ты украдешь 20 миллиардов, ты больше украдешь. Ну, вот я этого понять не могу. Сделай для страны и укради, в конце концов. Но вместо того, чтобы разрушать и воровать. Я вот так это... розумію, все ж таки логіка тут є. Ну, какая логіка? Тому що Порошенко, якщо її щось вкрав, то це був... лише те, що ми умовно можемо проаналізувати. А крім Порошенка, є ще закордонні бенефіціари. Да, їм теж потрібно, ви ж розумієте. Що це сообщаюче для того, щоб розвивалася економіка, тобто без цього розуміння, що Україна живе не в вакуумі, ми тоді будемо розуміти, чому так відбувається. Дмитрий, я абсолютно з вами согласен, тому що Україна, ну, то есть мир – це сообщаючийся сосуд. І якщо ми, допустимо, за вот эти 5 років після революції гідності потеряли трильйон доларів, он же нікуди, ну, трильйон доларів в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в переработке, в услугах и так далее, то он же никуда не исчез. Он появился где-то в других местах, и действительно кто-то получил, как бы свое, заработал свое. Но в чем интерес конкретно этого халуя? У него же был шанс, я сейчас Порошенко и уже в следующем халуе Зеленском, у них у обоих был шанс войти в историю. Войти в историю со знаком «плюс», а они вместо... И заработать, если они там собираются... Тут дуже важко війти в історію, а от вляпатися дуже просто. Нужно прилагать усилия. То есть прилагать усилия, они приложили бы усилия, но Зеленскому нужно было немного. Для начала избавиться от негодяев, которые избивали его с пути истинного. Обещали, весна прийде, вторая весна уже пришла. Вторая весна Зеленского, где Порошенко спасатель, ну и не сядет. Добре, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Это технология, которая имеет конкретные цели – отжимать бизнес, запугивая несогласных. Такую масштабную провокацию одесская администрация не решилась бы проводить сама по себе. Порубей, Тимошенко, Аваков, Коломойский – вот те люди, которые готовили бойню в Одессе. Люди были со стороны правого сектора, националистических батальонов, «Шторм», созданный Юлией Тимошенко, который... Порядка 700 человек насчитывал в районе Централита, они в школе милиции в помещении размещались. 700 человек, полк практически. И «Шторм»? Это Тимошенко создал? Да. Они там располагались, в городе в самом располагались, целые кварталы были заняты на улице Бунина, в центре города. И что там? Там вот в дверь железную, в ворота железную заходишь, и все занято было полностью, все эти здания правосеками. Ага. Откуда они делали набеги там, куда угодно? На митинги, на все остальные действия и так далее. Мы предполагали, что, ну, будет драка. Вот как на Майдане было, цепями махать там, будут прутами, дубинками и так далее. Это, да, мы предполагали. К этому мы как-то готовились. Даже каски купили, где строительные, у кого армейские каски были. Но оружия у нас не было. Мы не собирались ни с кем воевать там. Ну і зараз ми подивилися цей фрагмент фільму, пане Євген, а от, от де тут пропаганда, де тут неправда? Ми ж бачимо, що зі сторони Майдану на Куликовому полі жодної людини не зникло, не вбили. А ми бачимо зовсім іншу картину, і ми розуміємо, що якщо б ця людина на відео казала неправду, то ми б це бачили в кримінальних провадженнях і в конкретних людях, які постраждали, а цього немає. Правда, нікого не інтересує, коли йде реальна пропаганда. Да? Смотрите, я дуже чітко пам'ятаю, як 2 мая, 3 мая, там, перші дні 2014 року у нас многі ведучі СМІ, Євромайданне, прежде всего, направлення, вони транслировали сообщение о том, что там половина в этом Доме профсоюзов, те, кто был, это вообще не одесситы, это там из Приднестровья, это еще откуда-то навезли, это русские провокаторы, это еще кто-то, да? Потом оказалось, что подавляющее большинство, практически все, кто погиб в Доме профсоюзов, это были одесситы и, ну, в любом случае, граждане Украины. А как раз во многом те, кто их убивал, сжигал и так далее, это действительно были привезенные, как об этом говорили, ультрасы, нацисты из других регионов Украины. Потому что если взять по настроениям Одессы,
то понятно, что подавляющее большинство в 2014 году, да и сейчас, там были люди, настроенные антимайданно. То есть там не было и близко никакого, не то что количественного перевеса, они там в подавляющем меньшинстве находились, евромайдановцы, и националисты и прочее. Туда навезли подготовленных боевиков, да, и убивали тех одесситов, которые там, ну вот, на Куликовом поле сопротивлялись. И никто, да, и никто потом из этих СМИ евромайданных не опровергал, не говорил, извините, там, мы вот дали неправду, как и все эти годы. Естественно, никто этого не делал и не будет из них делать, потому что там и речи не шло о том, чтобы было информирование. Там идет тупая, наглая, агрессивная пропаганда. Причем почему тупая? Потому что вспомните Евромайдан. Идут, значит, там с коктейлями Молотова бросают, с и дубинками и так далее. И написи «Мирні протестувальники» идут там собі ходою, мирною ходою. Да? И, то есть это в прямом эфире. Картинка прямо, ихняя же картинка прямо противоречит. Но есть установка вдавливать людям определенные тезисы, сознания, и их вдавливать, невзирая на факты. Ну, известная фраза, да, если факты не укладываются, тем хуже для фактов. И все, что противоречит их точке зрения, это все, значит, кремлевская пропаганда. Вот и все. Не рассматривая, не пытаясь разобраться, кремлевская пропаганда, потому что она противоречит нашей единственной верной точке зрения. Це вот такой подход. Білий, а кто думает по-иншему, да, ті не праві. Да. Зрозуміло. А от ваш короткий коментар з цього приводу. И, кстати, эта технология работает по поводу «стол белый». Проводились психологические эксперименты, люди так по кругу говорили, белый, белый. И испытуемый, он всего лишь один был, он не знал, что он всего лишь один. Он тоже чаще, в 80% случаев говорил, что белый. И технология сработала, и в том числе и по Одессе сработала. Можно посмотреть на результаты выборов, вот, которые последние были в прошлом году. Гончаренко, победивший на мажоритарном округе в Одесской области, меня очень сильно удивил. Говорят, конечно, что север Одесской области очень сильно ментально отличается от того, что происходит на юге. Может слово фальсификация, дуже знайоме. Ну, странная фальсификация, потому что Гончаренко шел как бы вроде как оппозиционер, до сих пор он себя позиционирует как оппозиционер Зеленей Влади Зеленского. Если посмотрите выступление Гончаренко в Верховной Раде, то, наверное, более последовательного критика Зеленского и более такого, ну, храброго, смелого критика Зеленского мы с вами не увидим. Ну, вот как раз один из героев 2 мая со знаком минус Алексей Гончаренко, он победил на выборах, вот просто сухой остаток, победил на выборах в Одесской области уже вот в 2019 году. Вообще, то, что происходило тогда, главное то, что происходило после этого, как реагировала власть на все это еще раз подчеркивает сущность этого режима. А сущность режима сводится к тому, чтобы обворовать, а потом оболгать и убедить обворованных в том, что в этом есть их собственный интерес. Это технология, которую продолжают вот использовать и сейчас уже на других примерах. Дякую. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. За сутки до пожара в Доме профсоюзов наиболее информированные лидеры движения «Антимайдан» Алексей Фоминов и Егор Кваснюк ушли со своими людьми с Куликова поля. Лидер одесской дружины Артем Давидченко уехал оттуда же буквально за несколько минут до нападения правого сектора. Все они предупреждали оставшихся о том, что трагедии не избежать. За сутки Фомин мне, Алексей, в присутствии Кваснюка сказал, что вас сожгут. Да, Фомин участвовал на следующий день, 2 мая, на Греческой площади. В качестве кого и в качестве чего, я не знаю. А когда это он вам сказал? Какого числа? 1 мая. 1 утром, мая. Утром. Часов в 10 утра. То есть он так вам сказал, сожгут. Да, именно сожгут, дословно. Когда начались столкновения на улицах города, все руководство областной милиции, включая начальника, бежало из города. Ну, от, як з вашої точки зору, чому саме керівництво все кудись зникло саме у цей день? Це випадковість? Чи просто елемент технології? Понятно, що без содействия прямого участия власти того, що произошло, не могло би произойти. Это было видно по поведению милиции дальнейшее, да, во время событий на Куликовом. И то, что пожарные не ехали, как потом выяснялось, это уже факты установлены, что не выезжали пожарные, когда уже горел
Дом профсоюзов, и были массовые шквалы звонков. И потому, как потом кого прессовали и сажали, а кого отпускали и давали, значит, им титулы героев. Это была целенаправленная акция со стороны тогдашней евромайданной власти, которая преследовала свои интересы, ну, мы об этом уже говорили, начиная от запугивания и взятия под контроль, и заканчивая захватом предприятий, ресурсов и всего остального. Зрозуміло. А от якщо от проаналізувати, що от представник антимайдану каже, що їх інформували, я так розумію, погрожували чи як. І вони деякі знали, що готується щось дуже нехороше на фактично у цьому домі профсоюзів та на Куликовому полі. Як ви можете це прокоментувати? Ну, смотрите, в любом случае, в любой службе, там даже самой поганой, есть все равно люди с совестью. В том же СБУ, в той же милиции все равно были люди с совестью. Ну, разве вам не приходилось сталкиваться никогда с тем, что вас предупреждали о том, что вот там-то и там-то с вами может произойти что-то плохое, и за этим могут стоять такие-то службы? Здесь тоже. То есть, если существовал такой план изначально, то о нем мог знать достаточно широкий круг лиц. И в этот круг лиц могли попасть люди с совестью, которые считали, что это неправильно. И они пытались вот таким вот образом предотвратить. То есть прямо человек в погонах не мог встать, не рискуя своей карьерой, и заявить о том, что такое даже происходит. Тем. Да, но где-то так шепнуть на ухо, что там такое-то может произойти. Другое дело, что люди в это не всегда верят. Вот я слышал о том, что того же Олега Калашникова, бывшего народного депутата от партии регионов, которого застрелили в Киеве возле его квартиры, возле дома, где он живет, его предупреждали о том, что возможно, скоро с тобой произойдет то-то и то-то. Бери вещи и уезжай. Но Олег Калашников не поверил, и в итоге его застрелили. Были другие прецеденты, которые связаны... Вот, ну, тут тоже. Я допускаю, что сценарий был разработан. Где-то, может быть, какие-то шероховатости, но, в принципе, наверное, его реализовали. Об этом сценарии знали, и некоторые из людей, которые знали об этом сценарии, пытались его предотвратить в меру своих возможностей. Зрозуміло. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Сотрудников милиции явно было недостаточно для сдерживания многотысячной толпы. Появились первые убитые. Снайперы начали свою работу. А это их добровольный помощник, некто Хадияк, лупит картечью из двустволки по людям. Единственный обвиняемый со стороны Евромайдана, который сейчас выпущен под залог, если под подписку о невыезде, Хадияк, который был с ружьем, картечью, который убил минимум 5 человек, которые доказаны судебной экспертизой, этот человек сегодня находится на свободе под подпиской о невыезде, ходит на заседание суда и смотрит в глаза тех людей, которые сейчас находятся за решеткой и которых обвиняют в том, что он их убивал. Он их убивал, а они за решеткой. Почему я так уверенно говорю, что Хадияк это сделал? Потому что в 2016 году, спустя 2 года после трагедии, украинская власть вынуждена была публиковать результаты судебно-медицинской экспертизы. И выяснилось для киевской власти страшно. Оказывается, что антимайдан никого не убивал. И самое интересное, во всем обвиняют боцмана, что вот он на видеокадрах стреляет из автомата Калашникова в толпу фанатов, которые мирно митингуют, якобы. И оказывается, что в соответствии с данными судебно-медицинской экспертизы, пуля, которая убила вот этого представителя правого сектора, имеет калибр 5,56. Игорь Иванов его звали, этого человека. Игорь Иванов погиб от пули калибра 5,56. От чего? Это очень неизвестно. От огнестрельного ранения пули 5,56. Пуля 5,56 это не калибр 5,45 автомата Калашникова. Это очень странный калибр, скорее всего, какой-то спортивный, возможно, да, оружие, которого было там много, которое, травмата, которая переделалась. Это не стандартная боевая пуля. Это точно не автомат Калашникова. Точно, 100% не автомат Калашникова. А вот людей, которые погибли от 5-миллиметровой картечи, который был заряжен ружье Хадияка, и каждый желающий может это увидеть на видео, их погибло, если не ошибаюсь, то ли 5, то ли 7 человек.
Ну, тут ми бачимо об'єктивно факти. От ви, як, от, якщо критично навіть ставитися до цього фільму, як можна не вірити експертизам наших українських правоохоронців? І що у цьому пропагандистського, коли ці просто факти озвучують навіть документального фільму, який знятий в Росії? Да, дело ж не в фільмі, тільки в этом, да. Дело в об'єктивній картині всього, і в тому, що це з усіх сторон вже давним-давно известно тем, кто хотел бы исследовать, что там происходило. Потому что, ну, абсолютно все, кто хотел бы, знают, что подавляющее большинство, практически все, кто погиб 2 мая 2014 году, это люди, погибшие со стороны антимайдана. То есть, соответственно, и это практически в прямом эфире мы наблюдали тогда, да, как их там сжигали, стреляли, добивали на земле и так далее. То есть, какой тут пропагандистский фильм российский мог бы подменить этот факт или еще любой пропагандистский материал? Это факт, об этом знают все. Вопрос тогда, да, почему судят за события 2 мая, судили, в всяком случае, тех, кто был на Куликовом поле, кого действительно недоубили просто-напросто. А не тех, кто убивал. Таких людей было очень много. Да, а не тех, кто убивал, судят. Понятно, почему судят? Потому что тогдашняя власть это все организовала, покрывала своих, как бы с особым цинизмом пыталась судить тех, кто остался живых, чудом там уцелел, осудили их. Але ми бачимо зараз, що от у нас останній обмін відбувся, і там Долженкова і Міфьодова обміняли. До речі, Міфьодов – це єдиний росіянин, якого арештували та тримали у в'язниці. Але не за того, що він там десь когось вбив, таке інше, а за того, що він йшов покласти квіти до пам'ятника. Ну, тобто, а коли суд його признав невинуватим, коли його відпустили вже, його зразу йому вручили прямо, якщо він тільки в залі суда вийшов, йому вручили ще одну підозру, що він як когось образив, і на основі цієї підозри від співробітників Служби безпеки його посадили знову до в'язниці. І протримали саме до обміну. І фактично стимулювали, робили все для того, щоб і Долженков, і Міфьодов, оце дві людини, які залишалися у в'язниці, тому що судді на протязі 5-6 років, вони відпускали під різними приводами цих всіх людей, тому що було очевидно, що вони не винуваті. Але ми все одно бачимо, що навіть при Зеленському їх просто здали на обмін, щоб що? Щоб таким чином аргументувати суспільству, що вони якось таким чином причетні до цього, хоча український суд їх виправдав? Ну, тут якраз я би хотів сказати все-таки слово «защиту», що називається нинішнього СБУ, посередньо з СБУ времен Грицака. Вот, потому что СБУ Грицака Порошенко, это его превратили тогда, невзирая на то, что там действительно были разные люди, ну я имею в виду, что там были разные люди, как вот Александр правильно говорил, и те, кто пытался предупреждать и так далее, да, но в целом тогда его попытались превратить в репрессивный орган, вам это действительно, Дмитрий, известно как никому, который просто в наглую, в открытую, не стесняясь и не обращая внимания ни на какие законы или хотя бы их видимость, просто травил, преследовал, давил всех инакомыслящих. В этом смысле после прихода Баканова СБУ все-таки ну, какие-то значительные изменения к лучшему я вижу. Я вижу, что все-таки нет вот этого репрессивного дальше давления, нету новых практически как бы там дел, нету попыток значит, судить по надуманным предлогам и так далее. Ясно, что есть... Ну, вы тут все ж таки помиляетесь, потому ну... что нещодавно мы бачили, что якусь жінку, яка стверджувала, что коронавирус пішов зі Сполучених Штатів, її арештували.
Уже более 80 таких людей. І таких дуже багато. Тобто ми бачимо зараз, що... Наскільки я знаю, в значительній мірі, то, що зараз там були дійсно розповсюдили фейків о коронавірусі, і зараз це треба якимось образом пересікати. Але все ж таки, якщо ми дивимося на фактаж, який СБУ аргументували, чому саме, виявили, що вона навіть в ВКонтакті це все публікувала, ми ж розуміємо, що в ВКонтакті в нас заборонені, а СБУшники, я так розумію, все ж таки, навіть і там сидять. Ну, треба звучати, але в общем і цілому, я думаю, все-таки... І аргументували, що це все там Новоросія, таке інше. Я думаю, в общем і цілому, все-таки контраст більший. В отличие від ряду інших силових структур, как бы определенные изменения произошли. Ну, певні так, але не дуже суттєві. Тогда тысячи были людей, которых просто под надуманным предлогом сажали и прочее. Если же говорить, например, о той же там, Генпрокуратуре, НБУ и прочее, то там однозначно все, и руководитель Сытник тот же остался в НБУ. Хотя вроде как поднимается вопрос его убрать. Но Рябошапка – это тоже нам известная ситуация, которая полностью проводилась линия продолжения предыдущей власти, и это уже в самих слугах народа начало вызывать недовольство, и закончилось как раз тем, что брали. Посмотрим, что будет делать новый генпрокурор. Но, конечно, мы же понимаем, что в общем и целом определяют не отдельные какие-то представители во власти, а общий курс. То есть отдельные представители могут на что-то корректировать, какое-то отдельное меры предпринимать, но общий курс, он, к сожалению, не очень надеяться, позволяет надеяться на то, что будут какие-то изменения к лучшему. Дякую. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. На стороне антимайдана бегал человек с автоматом. Мы нашли так называемого боцмана, который с автоматом Калашникова разгуливал по улицам Одессы в те часы. Перед самыми событиями человек мне предложил, я купил у человека с Одесской киностудии автомат, который используется для съемок фильма. То есть он мне объяснил, то есть патроны там вообще, там какие-то пластмассовые как наконечники были. То есть я один раз в него пробовал стрельнуть в помещении, там с расстояния 5 метров в стенке вообще ничего не осталось. То есть он стреляет просто для звука. Да, он просто красиво имитирует стрельбу, да. Смысл был отпугать. Просто психологически напугать их. Очень много людей снимало, но никто почему-то не выкладывает в интернет видеозаписи, там, где я стреляю, никого не убиваю. Но вот почему никто не покажет, куда я стреляю? А вы стреляли куда? В сторону людей. В сторону майданутых. Там, потому что там были по форме, там были сотни майдановцев. Почему они не показывают, что никто не падает, а только убегают? Вот почему никто не показал? Ну, дійсно, питання відкрите. Ми бачимо, що фактично немає постраждалих, і ми об'єктивно розуміємо, що це правда. І якщо б це була неправда, цю людину б вже тримали багато-багато років у в'язниці. І це була б дуже така знахідка така для слідства, що вони знайшли того, хто когось бив. Але ми фактично бачимо, що це правда, що нам... чомусь з російського документального фільму розказують, як в нас справи по цій кримінальній справі. І от як це все можна прокоментувати? Ну, залишилось буквально 3-4 хвилини. Правда-то нікому не нужна. Поэтому правду нам не показывают. Вместо этого нам рассказывают, то есть вот если, через месяц снова будет 6-я уже годовщина, видимо, президент, как и в прошлый раз, не отреагирует на это, но кто-то будет об этом говорить. И будут рассказывать в том числе о героях Майдана, которые загинули в Одессе, о которых говорили здесь уже в этом фильме со ссылкой на замначальника милиции Фучижи, которые погибли совершенно в другом месте. И никто не будет акцентировать внимание на этих моментах. Говоря лишь о том, что погибло, по-моему, 4 там этих майдановца. Двое майдановцев, которые по сути, получается, были убиты своими же. Технология отработанная. Правда никому не нужна. Правда будет мешать этим людям держать под контролем в данном случае Одессу и Украину, власть в Украине. Правда покажет, кто есть преступник. Хотя, вы знаете, в последнее время наш народ уже столько наелся вот этих вот там, в том числе и правды, что даже вот эта страшная правда народ не побуждает призвать к ответу. А где этот Турчинов?
А где Порошенко? А где Яценюк? А почему Зеленский, будучи уже год целый президентом, ничего с этими преступниками не сделал? Может быть, потому что он их покрывает? А почему он их покрывает? Ну, в общем, вопросов на самом деле очень много. Ответы на них мы догадываемся, какие, но ответ на эти вопросы власти точно не нужны. Дякую. Це була програма «Хто за нами стежить». У нас в гостях був доктор політичних наук Олександр Семченко та Євген Філіндаш, політолог. З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!